Гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность – эти семь принципов, на которых строится работа одной из самых крупных организаций мира – Красного Креста и Красного Полумесяца. Оно объединяет свыше 500 миллионов добровольцев в 192 странах мира. В России сообщество существует 155 лет. Ежегодно, 8 мая, отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Надо отметить, что Тверское отделение неоднократно приходила на помощь людям. Так было в пандемию, так есть и сейчас. Волонтеры Красного Креста собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса. Подробности в следующем материале. Тверской Красный Крест – это 800 добровольцев со всей области, которые готовы прийти на помощь к тому, кто в ней нуждается, будь то одинокие пожилые люди или же многодетные семьи. Инесса Владимировна, заместитель руководителя областного отделения, учитель музыки по образованию, посвятила организации почти 30 лет. По ее словам, Красный Крест – это своего рода универсальная помощь абсолютно разным категориям нуждающихся. Мы занимаемся и с детьми из многодетных малообеспеченных семей, да, детками с ограниченными возможностями здоровья. Когда у нас была, значит, пандемия, мы оказывали помощь продуктами, гигиеническими наборами для жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сейчас у нас мы оказываем помощь беженцам, прибывшим из Украины. Сегодня в отделении идет активная работа сбора и оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и Луганска. Это сортировка продуктов и вещей, формирование наборов. Работают несколько рук. Благодаря отзывчивости жителей Тверской области и работе волонтеров, помощь с начала марта этого года получили более 1000 беженцев. Среди них и Ирина с мужем. Бежали из Луганской области. В чем были? Там не осталось ничего. Мы пересекли границу сами, без чьей-то помощи. Мы сами пересекли, а уже здесь на месте мы обратились за помощью. Потому что мы в чем стояли, в том мы и поехали. В чем мы сейчас одеты, в том мы и пришли. Скажите, обстановка тяжелая? Очень тяжелая. Очень. Бьют, все на повал бьют. Сюда в Красный Крест вынужденные переселенцы и обращаются за помощью, узнают из социальных сетей или же от работников соцслужб. Здесь же они могут подобрать вещи, получить продуктовую помощь. Такие отделения работают не только в Твери, в области их 26. Все необходимое привозят частные лица, коммерсанты и другие организации. Напомню, что помощь беженцам оказывается рядом благотворительных организаций, причем не только на месте. Тверская область отправила несколько партий грузов в Донецкую и Луганскую народные республики. Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации, считает губернатор Игорь Руденя. Не раз он подчеркивал это в интервью. Надо отметить, что Красный Крест вносит немалый вклад в оказание помощи. На данный момент всего хватает, кроме постельного белья, говорит Инесса Чунина. И все благодаря отзывчивости жителей Тверской области, которые тоже своего рода части одной большой системы – системы милосердия. Главное качество того, кто работает под знаком Красного Креста и Полумесяца – это милосердие, терпение и сострадание.